Подъем. Конечная. Конечная? Да, вам надо выйти. Проснись. Нам пора. Слушайте, нам некуда идти. Девочка устала, на улице ливень. Можно нам тут пока остаться? Автобус пойдет назад в парк. Я не могу помочь. Все в порядке? Мы найдем, где переночевать. Идем, Алиса, надо спешить. Нам нужен ночлег. Ты не знаешь, куда можно пойти? Алиса, ты совсем замерзла. Ничего, не так и холодно. Вы потерялись. Нам некуда идти. Я знаю, кто вам поможет. Но это на другом конце города. А нам нужно прямо сейчас. Идем, Алиса. Спасибо, что пользуетесь нашими услугами. Брошенный дом. Но хоть от дождя укроемся. Кэра... Мне тут не нравится. Знаю. Всего одна ночь, и тут нас не будут искать.
мы туда не пойдем? Нужны 40 долларов и другая одежда, или искать другое место. Тут тепло. Сейчас согреешься. Это же чужое. Нам это нужно. Тебе надо согреться, а мне избавиться от униформы. Но это воровство. Так ведь нельзя. Прости, Алиса, но нам придется. О, магазин открыт. Давай-ка зайдем. Тебе надо согреться. Вам помочь? Я тут с ребенком, нам некуда идти. Вы не дадите нам немного денег на ночлег? Слушайте, дамочка, у меня тут магазин, не армия спасения. Я не могу раздавать бабло всем бомжам в округе. Смогут своими глазами увидеть чудеса живой природы.
Все в порядке? Ничего, царапина. Осторожней. Не бойся, мы просто посмотрим. Алиса? Алиса? Стой, что ты делаешь? Чужие. Райк чужих не любит совсем. Чужие обижают. Мы думали, тут никого. Просто искали ночлег. Чужие опасные. Вот. Вот что они сделали. Тебе нечего бояться. Мы ничего тебе не сделаем, честное слово. Простите, Ральфа. Ральф иногда собой не управляет. Страх заставляет его делать нехорошее. Ральфу тяжело пришлось. Он так боится, что люди его найдут. Вы оставайтесь. Ральф не обидит. Хорошо. Мы переночуем. Идем! Ну, давайте! Сюда! Ральф убежал, а тут поселился. Он никогда не выходит, никто не знает, что он здесь. Люди сюда иногда приходят, живут даже. Но Ральф всегда от них прячется. Входите. Можете быть как дома. Ральф в другую комнату пойдет. Он бы с вами остался. Но у него дела. Просто до утра переждем. А завтра найдем что-нибудь. Так. Тебе надо поспать. Посиди, я разведу огонь.
Можешь ложиться. Не очень удобно. Но так ты хотя бы согреешься. РА-9. А что это? Что? Символы. Что они значат? Я не знаю. Я не знаю. Почему он меня не любил? Почему все время на меня злился? Я хотела, чтобы мы жили нормально. Я что-то не так сделала. Я плохо себя вела. Поэтому он всегда так злился. Я просто хотела жить, как все. Чтобы он любил меня. Почему нельзя просто жить? Этого я не знаю. Ты ведь меня не оставишь. Обещай, что не уйдешь. Обещаю. Мы никогда не расстанемся. Никогда. Надо поспать.